Послушай, сегодня я хотел бы подарить тебе нож за 25 тысяч рублей. Для того, чтобы ты его выиграл, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик и писать чем можно больше комментариев от 5 слов. Конечно, указав ID ВКонтакте или Телеграм, чтобы я с тобой связался. Выполнять все условия нужно под всеми роликами, где есть розыгрыш. Ведь именно в них я рандомно выберу человека и отдам нож. Всех приветствую, дамы и господа. Мы вновь на GG-дропе. Это наше продолжение с 0 рублей. Так получилось, что в прошлом ролике мы сделали очень жирную котлету. Сделали 200 тысяч рублей. И если ты это не видел, обязательно посмотри, но мы все подчистую вывели. И прямо сейчас 56 рублей на балансе. Я единственное, что хочу, это попробовать пооткрывать бесплатные кейсы, дойти до ножа, сделать парочку очень крутых идей и все это забрать в Steam. Сразу скажу, ролик будет очень интересный, поэтому перед началом, если ты когда-то будешь использовать промокод, используй промокод 11PRDTR. Да, это самый рабочий и самый лучший промокод, который только здесь есть. Любая сумма умножается на 11%, и это правда. Чтобы вы понимали, когда ты депозитишь на сайт, независимо 1000, 2000, 10 тысяч, 20 тысяч, всегда твоя сумма будет умножаться ровно на 11%. И помимо того, что это самый большой депозит, который только возможен на этом сайте, ну не депозит, а процент на депозит, он тебя еще и окупит. К тому же, ты можешь зайти в барабан бонусов, прокрутить барабан бонусов совершенно бесплатно, и потом ввести кодик и еще один раз совершенно бесплатно прокрутить его. Просто за счет того, что, ну вот, ты знаешь промокод, и все. Поэтому обязательно используйте промокоды. Мне сейчас выпал процент на пополнение. Это самая худшая штука, которая может быть, потому что она не даст больше, чем дам тебе я. Но если выпадает что-то другое, то в принципе круто. Ладно, полетели. Мы начинаем открывать кейсы. Серия из 7 ключей. Я повторюсь, это бесплатные кейсы. Сегодня пришло время залутать именно их. Также мы пойдем открывать акции и будем бить снежинки. Да, у меня есть 15 снежинок, и мы будем их бить. И моя задача по поводу снежинок, по поводу кейсов, сделать ножик и вывести его в Steam. Поехали. Первый кейс. Это ржавый. Что у нас здесь, посмотрите. Одна пара перчаток и одна пара ножей. Да, с этого кейса, наверное, максимум, что мне падало, это 150-200 рублей. И чтобы вы понимали, все эти кейсы связаны. То есть они даются совершенно бесплатно, просто за счет того, что ты открываешь кейсы на GG-дропе. Поехали, первое открытие прямо сейчас. Ой, как же холодный синтез. Подожди, а это... Блин, вот если бы выпал холодный синтез, это было бы рублей 25, потому что я вспоминаю, что я его выбивал. Ну, кстати, элита тоже неплохо, 17 рублей, да, ты скажешь, мало, но это только первый кейс. И чтобы открыть кейс ржавый, тебе нужно поиграть там, ну, ровно один кейс открыть. А вот дальше каменный, бронзовый, серебряный. Господи, сегодня будет очень крутой ролик. Ну ладно, поехали. Заходим в каменный, смотрим, что у нас в содержимом кейсе. А здесь, чтобы вы понимали, сажа стилит, медвежий нож дамасская, перчатки и перчатки. Как думаете, что выпадет? Да, конечно, выпадет что-нибудь обычное. Но хотелось бы хотя бы, вот честно, в районе 150-200 рублей было бы просто замечательно. Я был бы самый счастливый. Гаусс, наверное, получше. Хотя вот я не знаю, проводник, мне кажется, еще лучше. Да, нормально. 114 рублей, кстати, это неплохо. Если мы говорим о том, что это второй кейс, это вообще неплохо. Я чуть-чуть попозже расскажу, почему. Бронзовый кейс. Нажимаем открыть. Ну, давай посмотрим. Тут еще больше ножей, еще больше перчаток. Посмотри, что здесь наделали. Двое пар ножей, двое пар перчаток, куча красного. Ладно, полетели. Открываем ровно на один раз и поехали. Наша задача сейчас два ножа. Понятно. Три перчаток. Сидмит! Отлично было бы! Сидмит рублей 400 бы стоил. Нет, спору нет. То, что мне упало 270 рублей, это тоже круто. Но Сидмит он бы нас сильно вырулил. Мне кажется, у нас бы уже 1000 была, а то и больше. Но, блин, вот кажется, да, что пока что не очень, но оно в основном всегда так. Первые 3-4 кейса, они не окупают. Самые жирные, это последние 3. То есть, чтобы вы понимали, в один прекрасный момент, когда я открывал кейсы, у меня было такое, что я открываю кейсы, мне ничего не падает, а потом в конце, вот чтобы вы мне подумали, упало 15 тысяч. Поэтому сейчас, ну вот, может быть абсолютно все. Серебряный кейс ровно на один раз. Куча перчаток, куча ножей. И самое главное, нужно не забывать, что это все бесплатные кейсы. Мы не тратим ни рубля, мы просто залетели. Ну, автотроники мне ни разу не падало, буду говорить честно. А вот серебряного лапки, вот не помню, падало или нет, но в принципе нормально. Нормально. 1000 рублей, хорошо. Сейчас с золотого упадет какой-нибудь нож, из платинового упадет два ножа. И все, и мы миллионеры. Ну, конечно, в сказках. Ну, ладно, все, поехали. Просто хочу сегодня нереально сильно вывести себе бесплатный ножик. Мы как раз
раз таки на прошлой неделе нож разыграли. У нас будет новый нож. Дух бездны. МП7. Так, сколько? 399. Я понял. А знаете, когда я говорил, что последние три кейса окупают, я реально думал, что они окупают. Но золотой кейс что-то так сильно подговнил, что я теперь не знаю. Ну, давай говорить честно. Наша надежда сейчас только на платиновый и только на золотой. У нас всего лишь 1000 рублей. Я сказал, что мне нужен обязательно нож. Поэтому давай попробуем. Пантера, синий фосфор, гамма-волны, порог, градиент. Здесь куча скинов, и все они очень крутые. Открываем ровно на один раз и поехали. Пожалуйста. Вот первый класс. Ну хорошо, что хоть не первый класс, а нападение Жорика. Кстати, дешевый. Вопросов нет. Дешевый нападение Жорика выпадает в максимальной комплектации и стоит 2600. Великолепно. Вот об этом я и говорил. 4000 рублей, вот об этом я вам и говорил. И теперь у нас есть элитный. Единственный кейс и потом еще пару снежков. Ящик Пандоры, керамбит, гамма-волны. Как вы думаете, что выпадет? Просто давайте откроем. Это финальный бесплатный кейс. И даже несмотря на то, что сейчас вообще ничего не выпадает. Ну это прям супер слабо, ну камон, сколько? Подожди, 4 нормально. 8 тысяч, это 100% уже ножик, это 1000000% ножик. Но я не готов останавливаться. Я сказал, что у меня есть снежки. Снежки это тоже такая тема, когда ты депаешь, они у тебя бесплатно даются, ты их просто кидаешь, и тебе может выпасть либо крутой скин за 3300. Да, это очень крутой скин, и уже баланс 11, либо маленько поменьше, там, за 1000, за 1500, за 2, это тоже, сколько? 2700, нормально. Это в принципе, мы открываем золотой, он так и должен падать. И последние 5000 давай все-таки потратим. Кстати, жесть, посмотрите на мой баланс. 14 тысяч рублей? ТЗшечка, за 270 и 14 тысяч рублей. Так, мужики, если вы будете играть, используйте промокод, который ты видишь на экране. Сегодня это 11PRDTR. Знайте, что если вы будете депать, у вас будет самый большой, самый бешеный бонус. А я знаете, что хочу? Я хочу попробовать за 20 тысяч рублей сделать, ну, небольшой такой, знаешь, аккуратненький, прям супер аккуратненький апгрейдик. Знаю, что это, возможно, будет не очень, но баланс на максимум 61%. Если получится, мы просто его выведем. И не забывайте, что розыгрыш ножа совсем скоро разыграется. Я вывожу нож, а ты участвуй в начале ролика.